Гончаров уже ждал на коленях, щитком этот бросок парировал. Еще один бросок на серую шайбу до кипера «Динамо» не добирается. Последние две минуты пойдут уже вот-вот, через несколько секунд. «Динамо» меняет, ну, сколько успевает сменить, столько и меняет. Все свежие люди. «Торпед» занимается тем же. Аляев с Геновой в своей зоне. Нападающие поменялись. Аляев пропустил. Геновой, ох, рискованно. Здесь все чисто, по сути. Силовой прием, но, так скажем, реакция даже какая-то пошла от игроков нижегородского «Торпеда». Нам надо внимательно смотреть, куда попал.